Сразу 8 полицейских уволены за то, что посмели пожаловаться на сухой паёк во время Восточного экономического форума в Приморье. Об этом рассказал автор нашумевшего видео Сергей Редькин. В сети появились видео, где говорится, пока первые лица едят красную икру, полицейские, которые их охраняют, вынуждены питаться крайне скудно. Мужчина показал, что выдали полицейским. Это пищпаёк, который состоит из сока, булочки, помидорка с огурцом, вареное яйцо и две упаковки паштета, а также кусочка хлеба также положили два. А работать на таком минимуме нужно было с 7 утра и до 7 вечера. По словам Редькина, через несколько дней его вызвали начальники и сказали, что либо он увольняется сам, либо его уволят по статье. Мужчине пришлось пожаловаться на шантаж. Теперь без работы и сам он, и коллеги, которые его поддержали, и выложили в интернет похожие снимки и видеокадры. Поступает как-то так по-гански. Все всем.